Всем привет, во-первых, ребята. И буду сегодня такими блоками рассказывать, чтобы всем сразу понятно стало. Смотрите, основная цель вообще нашего проекта «Антизарплата», «Антипенсия» даже там можно ее назвать, это то, чтобы вы вышли со временем, во-первых, освоили новую профессию, которая в интернете позволит вам зарабатывать. И, во-вторых, это, наверное, даже для многих более интересно, это получение пассивного дохода, то, что мы называем антипенсией. Для этого мы и выбрали такой проект, который позволяет это все сделать там практически. Ну, это, наверное, один из лучших проектов с лучшими возможностями. Давайте просто сразу с целями, которым мы хотим, чтобы вы все пришли там поэтапно. Так, ребята, повыключаю вам пока микрофоны, чтобы не было никаких звуков отвлекающих. Так, смотрите, ребята. Открываю. Потому что всегда самый первый вопрос и самый важный, наверное, сколько мы будем зарабатывать, как мы это все видим и как вообще здесь все строится. Смотрите, при проекте Артери есть такие статусы, при выполнении которых у вас открывается все больше и больше пассивных доходов, вариантов. И один из пассивных доходов, таких самых интересных, это нода, которая за подписание блоков платится вам деньги, ну, монеты Артери, которые, ну, по сути, это пассивный доход. Вы просто ставите себе программу на компьютер, в дальнейшем можно будет ставить даже на телефон, и за это, за подписание блоков, просто она сама работает, вы получаете деньги. Смотрите, это аккаунт один из моих. Здесь сейчас смотрим список транзакций, выбираем Artery Node и смотрим. Ну, тут вы видите, они капают буквально там каждые полчаса, каждый час. Это просто эта программа стоит на компьютере. Я сейчас так пролистаем. Нам интересно, например, за сутки сколько мы там получаем. Да? Я не беру эти мелкие, там 0,5, 0,12. Давайте посмотрим те, которые там, ну, более-менее жирные там прилетали. Ну вот смотрим, например, 6,3, 7,7. Ну берем здесь уже примерно 14 монет. Дальше смотрим. 10 монет. Это уже 24 монеты. Ребята, еще вы видите, они прилетают каждые буквально полчаса. Вознаграждение – это абсолютный пассив, который прилетает вам на кошелек в виде монет. Здесь они отображаются в основном кошельке. Доход там, например, ну, за сутки или сколько вы там не будете выводить. Здесь кошелек делегирования, куда вы отправляете монеты. И здесь от 21 до 30% в месяц вам капает ежедневно. Вот она ваша, по сути, антипенсия. К ней мы еще вернемся. Сейчас мы считаем, сколько вы получать будете, ну, сколько можно получать с Artery Node на данный момент. Например, за эти сутки. Взяли мы там 24 монеты. Так, калькулятор берем. 24 монеты. Сейчас на бирже я видел в обменнике там самая минимальная цена у них, по-моему, 46. Аня, 46, да, по-моему? Да, по-моему, 46 у них там. До 60. Берем на 46 умножаем. То есть за сутки примерно без вот этой мелочи, я думаю, это мелочи еще, наверное, может быть, там половина накапала, 1104 рубля прилетело в этих монетах. Дальше умножаем на 30. Получается 33 120 рублей. По сути, вот ваша антипенсия, вот ваша антизарплата, которую вы сможете получать после того, как выполните определенные условия в данном проекте, которым, опять же, мы обучаем. И заодно еще получите там несколько профессий, востребованных в интернете, которые сейчас не только в интернете востребованы, но вообще во всем мире, там, ну и офлайн даже. Это, опять же, построение команд, по сути, вы становитесь даже психологом таким своеобразным, осваиваете эффективную коммуникацию, а это самое главное, я думаю, на данный момент и самое ценное. Плюс вы учитесь раскручивать соцсети, вы, по сути, становитесь таким, если захотите, блогером станете, там, видеоблогером, мы учим и YouTube раскручивать, TikTok, Instagram, ВК, все это у нас есть в обучении. Но упор мы делаем, естественно, на эффективную коммуникацию, где вы учитесь общаться с людьми, продавать, строить команды. По сути, вы становитесь таким, ну, бизнесменом, который выстраивает свою компанию, можно сказать, корпорацию, которая обеспечивает, ну, выстраиваете вы, по сути, себе несколько источников пассивного дохода. Нода – это один из источников дохода.
Их там, по-моему, около 5 вообще пассивных только источников дохода. И сейчас давайте я расскажу уже ближе. Или, Аня, давай ты расскажешь, может, там о том, как мы строим работу с командой. По поводу, что в глубину, да. Давайте, ребят, всем привет, почему, смотрите. Да. Почему этот проект самый такой интересный? Вот именно почему его уже все называют проект этот народный. Опять же, сейчас, Аня, извини, я просто вот как раз вспомнил это. И смотрите, ребята, сразу почему мы взяли данный проект. Я уже больше 10 лет работаю в интернете. Вообще больше, мой основной заработок. За это время, вы понимаете, я попробовал разные проекты. В разных проектах поучаствовал. Были там и победы, были поражения, разное было. Но сейчас я просто занимаюсь только этим проектом, данным проектом. Больше ничего. Потому что здесь аккумулировано все самое лучшее из всех интернет-проектов. Смотрите, тоже в двух словах, чтобы не затягивать, можно рассказывать очень много. Смотрите, создатель данного проекта Марк Богатыренко, он не какой-то админ, который там создает эти пачками эти проекты, скамит, набирает инвесторов и закрывается, потом переобувается новый проект. Он такой же, как мы, по сути, он тоже зарабатывал в интернете очень долго. У него опыт есть, он строил там 50-тысячные команды, вы представляете, это топ-лидер, который изнутри знает все эти проекты. Он перед тем, как создать проект Artery, данный проект, он изучил больше 140 проектов. И, по сути, что подтолкнуло его создать данный проект? Он взял самое лучшее из всех проектов, учел все ошибки, и просто ему какой-то момент надоело, что он, ну, как бы его команда, и он зависит от каких-то там продажных админов, которые просто хотят обогатиться и не думают вообще о других людях. Данный проект он, по сути, создавал для своей изначальной команды, и потом уже он просто, люди начали узнавать. Вы сами знаете, что особо рекламы никто не делает, все это между своими ребятами передается данный проект. Нету никакой там суперрекламы по каким-то там YouTube-каналам еще там. Поэтому здесь собрано все самое лучшее и продумано так, чтобы именно люди, народ как бы обычный, который может у которого сейчас реально проблемки там с зарплатами, там про пенсию вообще даже не вспоминаю, потому что мало кто к ней вообще, наверное, доживет, если там опять там что-то, если ее вообще оставят. Видите, что происходит. Не только работу люди теряют, и до пенсии там пенсионный возраст растет, и в принципе жить на эти деньги, вы сами понимаете. Поэтому это мы взяли как бы для нашего такого движения народного антизарплата, антипенсия, этот проект за основу, потому что здесь собрано все самое лучшее. И само построение, сама структура здесь так как бы выбрано, сделано все так, что нам, даже всем людям, которые участвуют в данном проекте, выгодно помогать друг другу строить эти структуры, помогать людям, пока даже там новичкам они учатся, и пока они там, раскачиваются, приходят, изучают это все. И им, вся команда строит, она строит, помогает им строить структуру. Опять же, помогает им разбираться в проекте, помогает разбираться в новых технологиях, помогает разбираться в криптовалюте. Вы все знаете, что, например, такие факты, что уже, все, для всех, как говорится, не секрет, тот же биткоин, который вроде бы тоже, все там смеялись, но если бы вы в конце там прошлого года, то есть в начале прошлого года взяли бы там на 100 баксов того же биткоина, к концу года вы там сколько, в 10 раз он, по-моему, вырос. То есть вы, получается, смотрите, это тоже вот сила биткоина, сила криптовалют. Здесь тоже свой блокчейн, здесь монета, и плюс собраны все самые лучшие из того мира криптовалют. Плюс, опять же, там свои продукты. Но об этом мы будем рассказывать вам постепенно, чтобы у вас в голове не было каша. Сейчас у нас мы делаем упор на то, что как мы строим работу и как мы поможем вам начать именно выйти на нормальную зарплату. Цель у нас, чтобы вы получили такую возможность, где получать пассивный доход. В плане того, что какой пассивный доход вы видели, я только показал один доход от Artery Node, то, к чему мы будем помогать вам выходить, чтобы вы все зарабатывали, выстраивая эту структуру, чтобы у вас у всех стояли такие программы, чтобы у вас всех была структура, и дальше вы там начинали получать уже деньги не только с Artery Node. Здесь еще там, сколько там, я сейчас даже открою, так, где-то видно тут, я надеюсь. Смотрите, ребята, тут по заработку, сколько тут видов заработка. Вот. Вообще я 7 насчитала, хотя говорится 5, но вообще 7. А здесь в новой презентации 8, они еще посчитали, смотри, лидерские бонусы и автобонус. Ребята, в принципе, давай, Аня, давай рассказывай, наверное. Да, ребят,
Хотела сказать еще по поводу того, что обучением с Олегом уже не в первом проекте занимаемся, как бы у нас есть определенный опыт, но вот в этом проекте, наверное, действительно все собрано самое лучшее, самое простое, в принципе, для абсолютно всех людей. То есть у нас сейчас на обучении находятся как студенты, там даже некоторые школьники, да, кто-то детей там своих подключает, кто-то внуков, вот, также пенсионеры, в принципе, любые люди, как бы, любого, да, положения, любого образования и так далее. Все, всех получается как бы работать, зарабатывать вот, так, как им хочется. По поводу построения структуры, что хочу сказать. Здесь, да, действительно выгодно всем помогать друг другу. То есть выгодно выстраивать свою команду в глубину. Да? Мы задались целью, да, с Олегом получить определенные статусы, да, те же вот лидерские бонусы, которые прописаны в компании, вот, за выполнение определенных условий. То есть мы как бы этого не сделаем, если не будем помогать своей команде в глубине. То есть понятно, да, это взаимовыгодные как бы такие, такое сотрудничество, где каждый друг другу помогает. Если ты хочешь заработать, хочешь получить какие-то привилегии, да, например, у нас там цель вот 1% от оборота компании, ну неплохо же, да. Вот, поэтому мы, собственно, так и строим свою работу. Вот смотри, люди, Аня, которые... извини, я тебя перебью, как раз картинка. Вот смотрите, ребята, просто покажу даже, как если бы мы, например, ну, как в остальных проектах зарабатывают. Вот стоим, например, там я там или Аня, да, или какой-то там админ, кто там приглашает лидеры, и всех, все ставят, да, себе в первую линию и зарабатывают там самые там жирные проценты, да, и все, им плевать там, что там у людей. Здесь... Ну, если мы так будем ставить, мы не будем открывать. У нас бы не было возможности с Artery Note этой зарабатывать и еще там кучу всяких там плюшек. Здесь же, смотрите, для того, чтобы мы, например, открыли возможность зарабатывать еще пассив, получать два вида пассива с Artery Note, нам нужно, чтобы тех, кто у нас в первой линии, было как минимум по два человека. А на следующей квалификации уже по три человека. То есть, смотрите... Все равно проект, я еще раз повторяюсь, очень так интересно сделан. Вот именно почему его и называют всенародный, потому что здесь не, ну, такие, как есть слово такое, рифоводы, которые там приходят, и они себе забили там 1000 человек в первую линию и сидят себе классно, там жирные самые проценты получают. Здесь интересно именно закрывать эти статусы. Так создал, ну, именно создатель проекта задумал, что люди... Ну, которые закрывают статусы, они зарабатывают здесь по максимуму и получают максимально, вплоть до там машины Mercedes, там приезжает сам основатель компании и покупает за свои деньги, не в кредит, а просто там дают. И опять же, проценты от товарооборота компании от 1 до 5%, это уже миллионные заработки, ребята, на данный момент, при том, что монета там всего лишь там сколько она, в 6 раз выросла с самого начала. 6 тоже раз, там... и при том, что еще компании всего лишь 3 месяца. Ну да. А уже как бы, да, такие заработки. Кто-то так, уже называет это новый биткоин там на стероидах, там, ну, там за 3 месяца так вырасти. И к тому же там все там думали, что выйдет монета на биржу, и все сольют ее. А ее наоборот сейчас дефицит. Вот мы нашим товарищам опять же тоже помогаем. Ну, продаем по более маленькой цене, низкой, чем там на бирже. И у нас сейчас лимит там, ну, на одного человека это 100 монет где-то так вот, ну, вы сами понимаете, что мы хотим как можно больше людям дать возможность зайти в данную компанию. Не для того, чтобы там инвестора сейчас стоят в очереди, потому что они не самые заинтересованные люди в развитии. И они стоят там, они хотят и на миллионы там покупать, там, по-моему, там кто-то на 5 миллионов хочет купить. На бирже там стоит на 85 тысяч долларов этот ордер, тоже хотят скупить, монет нету. То есть это такой показатель, на самом деле, то, что инвестора пока стоят в очереди, хотя, казалось бы, да, можно было бы, в принципе, там, собрать монет, ну, где-то, да, поскрести там по лидерам, да, чтобы завести инвесторов, но это как бы неинтересно для развития самой компании, в плане развития ее. То есть нам интересно, чтобы она развивалась, а для того, чтобы развивалась, нам нужны активные люди, которые будут заинтересованы во всех смыслах, да, в компании, во всех видах заработка, не только просто там, заделегировал монеты, да, это тоже хорошо, это пассив, да, классно. Но как бы и чтобы это все развивалось, потому что здесь все для этого есть. И классные продукты, и мотивация, и заработок, и пассив, и бонусы. Все, что хочешь. Вообще со всех проектов, наверное, все вместе собрано, все самое такое интересное. Да.
И правильное вот именно построение команды, что сначала заходят люди, которые там не вкладывают миллионы, которым плевать на, ну, на компанию, на команду, естественно, а те люди, которые хотят зарабатывать, которым, ну, реально сейчас нужна возможность, дать им возможность заработать. И туда, тут не надо, ну, у них... Так, ребятки, выключаем звук. И у них нету там миллионов, они хотят заработать как, ну, как можно быстрее и в нормальной компании, где там реально есть перспектива. Ну, по, ребята, да, как бы по результатам нашей команды, я думаю, показывать, опять же, так видно. Ну вот, кстати, да, ребята, смотрите, тоже интересно. Вот Artery Note, я показывал, что там 24 монеты за там, сутки, ну, даже больше прилетело. Здесь с одного подписания блока 45 монет, то есть два раза. То есть прилетают и такие вознаграждения. Я вам показал среднее, сколько за сутки. Здесь давайте вот люди... немножко, давай, Олег, подожди, немножко поясню по поводу подписания блоков. Ребят, вы получаете эти монеты за подписание блоков. Откуда эти монеты берутся? Люди, которые производят транзакции, да, в блокчейне, ну, допустим, переводят куда-то монеты или покупают, или продают, или оплачивают тариф, они платят определенную комиссию. Вот эту комиссию и получает как раз-таки валидатор, тот человек, который подписывает блоки. То есть вы получаете комиссию в зависимости от той суммы, которую люди перекидывают, либо платят, либо там переначисляют или отправляют. То есть вот эта вся комиссия, она идет как раз-таки людям, которые подписывают блоки в блокчейне. Вот оттуда и берется вот это вознаграждение в монетах, чтобы вы понимали. А сейчас, я думаю, да. На самом деле блоков подписывается, да, очень много, и они такие как бы жирные, да, и их много, потому что люди сейчас заходят, прям активно заходят. И поэтому вознаграждение сейчас становится все больше и больше. Это чистый пассив. Тут новичкам, в принципе, можно не заморачиваться. Вы там, когда попадете в нашу команду, мы даем обучение, мы там вас всему учим и поймете, что это такое. На данный момент вы просто поймите, что, например, ну, можно так сравнивать, что если биткоин, все знают, что его майнили там и зарабатывали деньги хорошо поначалу, здесь новая технология, вам не нужно никакие оборудования покупать, достаточно телефона и все, и вы сможете зарабатывать именно свой пассив. И тем более на монете, которая только... Ну, биткоин тоже начинал там с 10 центов, даже меньше. Вот Artery за 3 месяца она начинала с 10 центов, сейчас там до 70, до 60 доходит. В общем, такой вот рост буквально за 3 месяца. При том, что компания не делала никакой ни рекламы, ничего. Все среди своих. Так, ребятки, я думаю, Аня, в принципе, мы, наверное, основное все сказали, чтобы людей сейчас не грузить. Да, чтобы не перезагружать. Да. Есть вопросы, включайте микрофон или пишите в чате. И да, давайте, ребят, пообщаемся, у кого-то вопросы какие есть, а то потом что-то будет непонятно, чтобы уже сейчас все решить. Всем все понятно, ни у кого никаких вопросов нет, ребят? Да, в принципе, пока все понятно. Все понятно пока, да? Смотрите, в плане тоже там были вопросы, там как вот там, если человек никогда... Так, сейчас вопрос в чате, ребятки, извините. Вывод монет происходит на CoinsBit, потом оттуда продают. Смотрите, на данный момент как можно продавать эти монетки? Во-первых, если вы скажете в нашей команде, что у вас есть монетки, их, скорее всего, оторвут с руками. Вы не успеете донести до биржи. В любой команде. И... Сейчас, ну, официально на данный момент CoinsBit, да, как бы биржа, там продаются эти монетки, там USDT и рубли, там можно. Есть еще бот, про этот обменник в этом Телеграме, там тоже продают, но там тоже монет практически нет, их тоже разбирают там буквально сразу. На данный момент проблем, ну, как бы продать эти монеты вообще абсолютно отсутствует. Так, админ задал вопрос, сколько получает валидатор и сколько их в компании? Смотри, ну, я тебе только что показывал, это средний там такой, сколько там за сутки прилетело, 24 монетки. Мы посчитали, что где-то, если умножить, ну, это опять же среднее, да, где-то вот около 30-ки получает в месяц, исходя из этого. Но бывают вот такие вот прилеты, как я вот показывал, вот 45 монет, это сразу 2000, это за одно подписание блоков. А я показывал это за сутки, вот они там. Вот я покажу. Каждые полчаса они прилетают. Вот, то есть, смотрите, ребят, прям точную сумму сказать мы не можем, потому что вы сами понимаете, что это зависит все от тех транзакций, которые происходят внутри блокчейна, да?
То есть человек зашел там на 100 тысяч, вам попался этот блок, да, вы его подписали, получили вознаграждение. А там человек просто оплатил тариф, вы его подписали, получили уже меньшее вознаграждение. То есть тут уже не угадаешь, да, кому какой блок попадет, мы можем сказать только, в принципе, в среднем. Поэтому, да, я вам показал примерно за сутки, вот вы можете даже посчитать, там, остановить видео, там, посчитать. Я считал только самые крупные, я мелкие эти не считал, там, ну, мелких может быть там еще столько же, потому что тут, вы смотрите, 15.30, 14.25, то есть разница час. Здесь полчаса разница, здесь тоже полчаса разница, тут тоже там полчаса где-то там разница. То есть блок один формируется у нас в течение 30 секунд. Сейчас выйдем, да, уже нормально на рынок, то есть будем сотрудничать с компаниями, да, будем, ну, как бы развиваться, и у нас будет подписание блоков каждые 5 секунд. То есть, естественно, вознаграждение и частота подписания блоков будет увеличиваться, ну, со, да, временем. Вот поэтому и задан был вопрос, сколько сейчас валидаторов. Валидаторов сейчас, по-моему, 160 человек официально нам, по-моему, нам, ну, Марк. Ну, по-моему, рабочих там очень... Рабочих 60. 60, да. И то этого есть всего мало. 60, да. Да, это, да, при том, что, да, сейчас там, по-моему, за неделю чуть ли не 1000 человек зашло в компанию, начало как бы уже движение такое происходить, а до этого было всего 1500 человек. Вы понимаете, чем больше людей, тем больше транзакций, и за каждую транзакцию вы будете получать вот это вознаграждение. Что такое определение, что такое подписание блоков? Ну, смотрите, это, в принципе, автономное такое, как бы, дело, да, смотрите, вы устанавливаете приложение на свой компьютер, компьютер автономно от вас решает математическое уравнение, да, определенное, и дает согласие, добро на обработку определенного блока. Ну, по то сути, подтверждая, что все, да. Блоков, да, в которых пишутся вот эти вот записанные транзакции. Блок неизменен, да, все нормально, как бы, блокчейн, сама цепочка, все данные сохранены, никаких изменений. То есть это не в плане, да, того, что вы там сидите, что-то пишете, решаете, нет. Сама программа сама работает. Оно само все делается, конечно. И она не потребляет там ресурсов, это не нужны, как с биткоином, там суперкомпьютеры, которые, да, да, там, да, решает только тот, который самый мощный подписывает. Да. Здесь достаточно там, ну, там требования вообще минимальные на компьютер. А скоро вообще сделает на телефон. Поэтому в этом плане, ребята, там переживать не нужно. В общем, ребята, если нету вопросов, смотрите, давайте подытожим. В принципе, вы поняли, что как бы здесь основная суть вообще самого как бы нашего движения антизарплата – это то, чтобы выйти и дать возможность людям, именно те, которые сейчас потеряли работу или там, может быть, там скоро потеряют, потому что, ну, вы видите, к чему все это идет. И тем, которые, например, ищут работу, реальную подработку, которую перспективную, дать возможность начать зарабатывать вообще там буквально с нуля. И мы на это время, пока вы там новички, если вы новичок, мы, естественно, будем помогать строить структуру, там, осваивать вам какие-то там, ну, там, навыки, которые вам нужны там, в интернете, там, продвижение, там, работа там, с людьми, там, продажи, там, рекрутинг, построение команды. Это все у нас есть. Мы не первый уже год. Мы в прошлом году создали, ну, наш клуб, да, Crypto Leaders Club. Мы там проводили уже несколько обучений. Там сотни людей за прошлый год обучились у нас. Вышли там, у них они свои там YouTube-каналы уже, ну, как бы развиваются. Они лидеры, они уже отдельные лидеры, да, которые со своей структурой, в принципе. Поэтому я считаю, как бы на данный момент это одна из самых лучших возможностей и компания, и наше предложение. Вы не просто там попадаете куда-то там, человек, какой-то проект зашли, про вас забыли, и все. Здесь мы все полностью стараемся вам помогать во всем. И обучать вас, и давать время на то, чтобы там, даже там некоторые люди говорят, мы не умеем там приглашать людей, вот у меня там есть знакомые, там, как он рассказывает человеку сейчас, да, у меня есть люди, которые, да, заинтересованы, но я им не могу объяснить, да, мы просто делаем то, что вы приводите этих людей там на такой же Zoom, и мы с ними общаемся просто вместо вас, вы видите, вы, как это все делается, со временем вы тоже все это осваиваете, и начинайте. А люди, естественно, ставятся к вам, и вы зарабатываете. Все, ну, здесь все зарабатывают, здесь нет такого. Опять же, отличие от той же работы, на которой вы работаете. Там начальник не заинтересован, чтобы вы развивались, чтобы вы много получали, больше его. Здесь вы можете получать больше нас. Элементарно. Здесь не зависит, где вы там стоите. Под нами, выше нас. Без разницы. Здесь все заинтересованы, чтобы каждый зарабатывал больше. Поэтому вы видели эту всю структуру, что здесь все выстраивается друг под друга, закрывается. Если вы мы вам поставили, например, там человека, да, или помогли там вашего знакомого, тоже объяснили ему, он тоже стал под вас. Вы получили доход, и мы там закрыли себе какую-то квалификацию, тоже деньги получили, там продвинулись. Здесь все взаимовыгодно. Здесь такой единственный, наверное, бизнес, который
ну, вот реально здесь все заинтересованы, чтобы все зарабатывали. Поэтому в этом плане, я считаю, это самая лучшая возможность на данный момент для людей зарабатывать. Потому что, ну, в офлайне вы сами видите, скоро уже вообще там, блин, все позакрывается с этими всеми проблемками. Да, ребят, еще хотела акцентировать внимание тех, кто будет записи смотреть, да, этот Zoom, для тех, кто есть сейчас здесь, по поводу того, что вот мы говорим, не умеете приглашать, в принципе, по сути, вы как бы для этого здесь и есть, чтобы научиться этому, мы вас научим, и в то время, пока вы проходите обучение, да, мы просто, смотрите, по поводу обучения, почему мы еще как бы активно не занялись, да, этим, потому что мы набираем людей, то есть у нас как бы есть цель, да, когда мы вот наберем людей определенное количество, мы закроем этот набор и будем уже работать, да, с людьми. Вот. И пока вы обучаетесь, в принципе, ваша задача сейчас просто приводить людей, да, и приводить... Ну, да, на своих знакомых, группы. Друзей, все, просто рассказывать о этой, да, возможности. Все, а в плане все там, рекрутинга, мы сделаем это все за вас. То есть люди от вас, понятное дело, никуда не уйдут, они ваши. Вы просто можете пригласить их на Zoom, сказать, вот я там зарабатываю, да, вот вам ребята сейчас все расскажут, объяснят, вы решите уже и все. У нас как бы это, ну, очень просто. Вы просто пишите, если нужен Zoom, пожалуйста, как бы пишите, и мы с удовольствием проведем для вас его. Тут вопрос задали в чате. Сейчас курс монеты. Ну, сейчас в обменнике я сегодня утром искал, по-моему, самое дешевое было 46 рублей. Ну, мы там, по-моему, в кошельке 59 центов сейчас висело, но продают-то они там на бирже как бы... Ну да, 60 с чем-то, 64 там цента. Мы для ребят, которые активируются, ну, монет у нас, как бы мы свои монеты, например, вот, ну, у нас есть там, вот там накапало нам там 2000 монет, например, да, вот вы видите тут на основном кошельке. Мы их не продаем там себе, там, как бы, мы продаем ребятам, чтобы активироваться, потому что есть там очередь, например, 30 Хорошо. Человек. И мы им там, по, ну, взяли там, сейчас на данный момент мы по 100 монет продаем, даже по 40 рублей просто для тех ребят из нашей компании. Ну, именно, да, заходят. Именно на активацию тарифа, ребят, сейчас пока просто дефицит, поэтому на активацию, то есть мы даже себе как бы не закидываем, да, на делегирование, хотя могли бы, но нам интересно, чтобы ребята приходили в команду, активировали тариф и работали. Поэтому, собственно, продаем монеты по 40 рублей. Смотрите, Крым берете? Конечно, берем, это у нас тут нет никаких там, без разницы. Тут люди зарабатывают со всего мира без проблем. Ну, откуда у нас только нету, да, в команде людей? Вон из Италии, да, Марина? Ну да, да, даже в Италии. Со всего мира, а не то, что со стороны, конечно. Смотрите, Спектар задал вопрос, а как самим как предлагать людям, объяснять будет обучение? У нас обучение идет вообще там продажам, рекрутингу, это, наверное, наша фишка, у нас все в игровой форме, есть такие обучения, у нас даже мы покупали обучение от дипломированного, ну, психолога, который там долларовых миллионеров тренировал, мы даже нашим ребятам определенным там покупали их персональное даже, ну, не обучение, а консультации. Да, персональные плюс консультации. Было, по-моему, сколько, 3 или 4 занятия, где он прорабатывал все эти страхи, все это есть в записи, вы можете пройти это в любой момент, посмотреть, проработать. Продажи мы там устраиваем такие. Ну, мы это зумы. Будем давать поэтапно, да. Все это, да, ребята. У нас очень интересно все построено на самом деле, потому что, ну, вот мы, когда начали работать там с тем же психологом, и когда мы сами начинали работать, мы увидели очень такую, как бы, одну вещь интересную, что если человек выполняет определенные там психологические такие, как бы, ну, полутесты, полуупражнения, они начинают в разы лучше работать. У нас, например, был очень такой, ну, я вот люблю этот рассказывать историю, у нас был сварщик Андрей, он пришел, он как бы, ну, тоже новичок в интернете, не мог нигде заработать, мы вот, ну, эту технику психологическую проработали с ним, он за первые 10 дней заработал 2 своих зарплаты. Просто вы понимаете, какой результат. А до этого он там проходил разные обучения, и как бы толку никакого нет. То есть важно поработать с вашей мотивацией. Это простенькое упражнение. Некоторым людям я уже кинул это упражнение. Они сейчас очень довольны, они сразу включились. Там некоторые уже людей поприводили, все, сейчас их регистрирую. Поэтому тут у нас очень большой опыт в плане обучения. Если, как бы, опять же, вы можете там у наших людей поузнавать в команде, там, это без проблем. Ну, и лучше смотрите результаты людей, которые зашли там, они за эти там, сколько там, тут 3 месяца буквально, да, они уже там вышли на хорошие доходы, при том, что они как бы там тоже такие, я бы не сказал, что они сильно опытные люди.
Там вопрос в чате такой, тренируете ли? Ребят, ну на самом деле, смотрите, просто тут все взаимосвязано. Ну, юмор, я да, это хорошо. Немножко, да, надо объясню. Ко всему с юмором относиться. Получается, мы выбираем такие проекты надежные. То есть, чтобы вы понимали, да, на то, чтобы проанализировать любой проект, в который мы заходили, у нас уходило примерно где-то месяц. То есть за месяц до старта Артери мы связались с Марком, обсуждали все детали с ним на Зуме, да, мы узнавали все досконально, я даже сама лично с ним встречалась, вот. Все это было обработано, проработано, мы все это узнавали до самых-самых мелочей, как это все будет, как мы будем зарабатывать, как люди будут зарабатывать, что требуется от нас, от людей, как вообще все это будет происходить. То есть мы досконально изучили проект, и после этого только приняли решение в него зайти. И уже как бы в рамках этого проекта, да, обучать наших людей, которые пошли за нами, которые хотят зарабатывать, которые хотят обучаться именно в этом проекте. То есть мы каждому своему проекту, у нас в принципе не так уж их и много прям было, да, но ну, все потому, что мы выбираем их тщательно. То есть нам не все равно, куда, в какой проект идти. То есть, ну, чтобы, да, мы сейчас, да, не качаем никакие другие проекты. Мы вот взяли, увидели потенциал и работаем, и людям предлагаем именно те, которые, ну, как бы нам верят, нам доверяют, и которые нас знают, и те, которые, ну, реально видят по нашим результатам. Мы не какие-то теоретики, мы не будем вам рассказывать там какие-то, как там медитировать на Луну там и мечтать там, да, о, да, том, как у вас вырастет дерево денежное там. Да, есть вода, эти, да, упражнения, да, но они хороши тогда, когда вы начинаете уже прорабатывать это все. И плюс тоже вот смотри, дружище, ну, который задал, админ написано, да? Так у вас проект народный или вы тренируете долларовых миллионеров? Смотри, по статистике, за прошлый год 80% новых миллионеров, они именно на крипте заработали, блокчейне. И они именно до этого были не миллионеры. Вот тебе какие, тоже почему как бы этот тренд. Вообще, когда вы будете, ну, дальше изучать информацию, вы поймете, что это самый перспективный сейчас рынок криптовалют. Там капитализация, там, по-моему, или триллион уже там на данный, по-моему, на данное время. Там, ну и плюс здесь перспективы очень большие. Вы сами видите, как биткоин развивался. Сейчас как бы и пропорцию вы не измените 5 на 95. Ну, я понял, человек любит юмор, как бы. Да, наверное, не изменим 5 на 95. Может, конечно, и 95. Я как бы, я просто все усредняю, поэтому. Может, 95%, да. Я к тому, чтобы, ребята, вы самое главное, чтобы вы понимали, видели возможности, ими пользовались. Можно, конечно, там сидеть, там смеяться, улыбаться, шутить. Есть даже такие мемы, я там как-то выкладывал у себя на канале, когда там ребенок спрашивает у папы: папа, а почему наши родители там это, да, не работают нигде, а у них там новый Мерседес, они там по три раза в году ездят на это там отдыхать на курорты. Ну, а папа отвечает: так они типа это, криптовалютой занимаются. А сын спрашивает: а почему мы не занимаемся? А мы в эту херню не верим. И поэтому, ребята, такой результат. Поэтому самое время, я думаю, уже для тех, кто потерял работу или понимает, что скоро потеряет, ему как бы самое время поверить в то, что даже я не как бы, ну, не призываю вас верить, а просто посмотреть и воспользоваться возможностями. Поэтому, ребятки, давайте, у кого еще есть какие-то вопросы, задавайте. Если нет, пишите в чате, там, те, кто приняли решение, кто увидели в этом возможность, пишите, мы будем помогать вам регистрироваться, поможем с монетками и вообще там будем включать вас, так сказать, в дело уже, в команду вводить, и будете там получать задания, будете вливаться и будем зарабатывать все вместе деньги. Так, чат смотрим. Я, все супер. Добрый день. Добрый день. Добрый. Я готов платить тариф $25, а как это происходит, значит? Ну, напишите там в чате, мы вам расскажем. Вы просто, как вам удобно будет оплатить, там, выберем для вас там Pair, там, Сбербанк, какие-то карты, или вы там, если хотите, можете сами на бирже покупать, или в этом. Я, значит, евро на карты имею. Евро на карту, ну, подумаем. Ну, это, решим, вы напишите в чате. Да, это без проблем. Напишите, вопрос, да, или мне, или там Ане, или... Ну, в чате напишите, а мы с вами уже свяжемся там, в личку перейдем. Хорошо, спасибо, до свидания. Пожалуйста, да, до свидания.
Так, ребятки. Ну, мы так кратко рассказали, на самом деле, о построении в основном работы, да, такой вводный, как бы сказать, Zoom у нас получился. В дальнейшем мы, конечно, будем проводить презентации, будем подробно разбирать, как это все устроено, да, как это работает, мои любимые вот эти продукты, рассказывать все это будем. Но это само собой, просто сейчас хотим, чтобы вы понимали, да, как бы, ну, что вообще, что происходит, да, как мы будем строить свою работу, как мы будем строить команду, в чем заключается помощь и так далее, потому что такие вопросы, они основные все-таки. Потом уже люди интересуются, да, как это все устроено. Поэтому в дальнейшем, ну, да, конечно, будет презентация, будем все это рассказывать. Спектар задает вопрос. Нужно сперва проводить на человека на Zoom, а потом регать по своей ссылке. Да без разницы, ты просто человеку расскажи, может, покажи данное видео, может, расскажи то, ну, это твои друзья, естественно, ближний круг. Мы тоже, когда вы там оплатите тарифы и попадете в наш чат, мы просто вам расскажем, как механизм, как там тот же список там друзей, товарищей, там ближний круг составить и сделать им предложение. И для того, чтобы, ну, чтобы их привести на тот же Zoom, на такой же. И мы с ними уже будем просто задавать вопросы. Естественно, вы все еще не знаете и не все умеете. Поэтому мы будем вам во всем помогать. Да, запись будет, конечно, в чате, да, запись идет. Можете просто своим друзьям тоже раскидать, и как бы они посмотрят, а потом уже мы можем делать, ну, как бы эти зумы будут там еще несколько, будем собирать там, соберете вы там несколько человек, договоримся в одно время какое-то там, и проведем еще дополнительно зум там, накидайте вопросов или какие-то у кого-то можно возражения. Можно вопросов накидать, можно, если кому-то нужна какая-то, ну, презентация, да, самого там, самой компании, как это все устроено. Тоже возможно это сделать, потом это все будет в записи, естественно, вы можете пользоваться этой записью, презентацией, как бы рассказывать людям, как бы так же проще, да, когда, в принципе, кто-то, да, рассказал, кто уже давно, ну, как сказать, конечно, в этой теме. Да. Так, ребята, ну, давайте, да, наверное, будем заканчивать, я смотрю, в принципе, основное мы рассказали, и дальше давайте переходим в чат и уже начинаем плодотворно работать там уже, там, если будут даже там какие-то вопросы вдруг у вас там возникнут, пишите уже в чат, там уже будем плотно работать с вами. Группа даже. Ну, Илья красавчик, он уже группу создал по приглашению. Ну, Илья, да, молодец. Он вообще у нас, да, такой быстрый, молодец, активный. Это круто. Ребята, реально, вы все крутые, просто вы понимаете, вы не просто здесь. Явно у вас что-то внутри, вы чувствуете эту возможность. И вообще, ну, вы сами видите, что очень много людей, они очень инертные, они будут сидеть до последнего, пока их там уже не пнут, там, точнее, не выпнут с работы, пока им реально там надо будет деньги где-то искать. А вы такие красавчики, что, ну, заранее все делаете и именно ищете возможности, а не ждете проблем, когда вас как... Есть пословица такая, да, пока там петух в лоб не клюнет, там мужик не зашевелится. Вот вы как раз не такие. Ну, вот мне приятно, что у нас вот в команде, в компании такие люди собираются. Так, все, ребятки, давайте там тогда прощаться. Приятно было вас их слышать, видеть, читать. Все, ребятки, давайте, переходим в чат и там уже плотненько работаем. Все, всем пока. Да, все, всем пока, ребят.